Всем привет! Сегодня 24 апреля и с вами, как всегда, Камила Хакимуллина. Мы собрали в нашей рубрике отличные мероприятия. Подробнее о них узнаете через пару секунд. Меня покинул друг и к небесам понесся. В Казани пройдет концерт группы «Мгзавреби». Вас ждет презентация сборника лучших песен Крибули от обаятельных грузинских космополитов. Спектакль «Пигмалион» или «История одного пари». Профессор фонетики мистер Хиггинс практически с улицы подбирает бедную цветочницу Элизу Дулиттл и заключается своим новым другом-полковником Пикерингом пари, по которому профессор должен сделать из невоспитанной оборванки настоящую леди и вывести ее в высший свет. И это еще не все. Продолжайте нас смотреть, ведь далее вы узнаете, какую интересную выставку нужно обязательно успеть посетить. Казанцев приглашают на передвижную выставку «Владимир Высоцкий. 4/4 пути». До 16 мая в Казани можно увидеть предметы из фондов Московского дома Высоцкого на Таганке. В экспозицию вошли также фотографии и личные вещи музыканта, в том числе гитара, магнитофон и театральный реквизит. Рассказ о самых интересных событиях ждет вас каждый день в нашей рубрике. Завтра увидимся снова. Пока-пока!